Всем привет. Дядя Саша приехали. Сосед наш. Голубей по этих держит бойных. Вот они пьют. Вот они тут. Вообще абсолютно ни одного больного голуба нету. Тут это маленькая голубятня. Смотри, Саша. Вот. У него тут пермяки. Сюда, отдельно. Тут бои. А то здесь они нахуй. А здесь ячмень кормим. Ячмень кормим. Ладно, давай. Да, он вижу, вот отдел еще с бойными у него. Тут красавцы все. Еще один отдел. Нет, вот это. Он не долетит. Это вот это. Виталика, да. Не, это вот это у него это иранец. Синим кемриком. Да. А это эти вот черные, эти персы. Хохлатые где-то. Турманак пишет. Я его это, обрезал. Ну что, всех детей тоже. А под них есть пискуны? На яйца это. Один остался. А, один. Ворон сожрали. Ну я его лохмоногий, я не отдал. Ну, персы, они лохмоногие, турманы. Не, от этих говорю, от пакистанцев. А вон там нет? Не, это из-под белых. А он на той, в той. На крыше, может? На улице или в той голубятни сидит. А я у них, птенцы, вот, блядь, видишь, он ушел и не кормит. И не сидела, она сама вывела, и, блядь, это, он уж второй месяц, видишь, нихуя, видишь, голубей, все, так, нихуя, не долетит туда. А это, блядь, из-под раводок, видишь, три выводка, и, блядь, движется. Из-под раводок один остался, а этих два, вот один и второй где-то он сидит. А. Вот сейчас был бы трихопол, вот ему... 1/4 час дать ему, она выздоровится. Зоб забивается. Вот они тут чили. Черные лохмоногие у него тут. Дед Саш хороший мужик. Он пискун. Ну, дядь Саша двух подарил нам черных. Иранчика. Бойных. Сейчас теперь поедем к нам домой с дядь Сашей. Сейчас мы ему теперь подарок сделаем.